Сегодня у нас утро, 18 января, суббота. Вот я вышел утром, и какую картину я увидел. Тут склад замело, ветер. Здесь подошел от куглярки, тоже полностью его запечатал. Вот что, все намело. Как сейчас идти? Тут у меня лопата стоит в углярке, а тут две трети двери замело. Вот дальше сейчас покажу еще, где что произошло. Тут вот удивительно пустота. Вот здесь вот ветер дует сильно. Так вот замело тут лестницу и началось на эту. Голубятню. Вот такие вот тут барханы. Ой-ой-ой. Наша горка тут. Ой-ой-ой. Лучше обойти по горке. Горочку тут подзамело, но ее немножко. В основном тут все замело. Здесь уже посвободнее. Вот так вот выглядит со стороны ворот у нас. Вот горка, вот наш дом с левой стороны. Тут такие вот барханы сейчас. Опять пошел в храме топить тут. Кошечек своих надо накормить. Творится тут. То есть половина двери замело. Тут даже вот палку вырвало. Видимо, расшатала завязку. Развязала ее. И все. Вот только единственный замок спас. Удержал в двери ворота. Вот так вот. Это еще, слава богу, с крыш поскидывали тут снега. Сколько было. Так, чудные дела Господа. А если бы еще и снег бы шел хлопьями больше, тут бы вообще тогда не выйти из дома было бы. Я сегодня утром также вышел в туалет утром, когда в 4:40 встали. Смотрю, Надежда Васильевна, почти третью часть двери замело. Пришлось ее откапывать, чтобы она пришла на утреннюю молитву нашу. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Хотя, в принципе, можно еще сходить за ограду, наверное, посмотреть, что там творится. Сейчас я попробую еще туда сходить. Ой. Интересные, конечно, пейзажи такие у нас зимние. Если бы вот еще братья бы засняли в Потеряевке, как там у них что творится. Тут у нас на двух завязках завязана палочка. Вот она. Сразу выходим, видим, что тоже бархан. Ну, про товар говорить нечего. Перемело все. Вчера еще даже вечером перемело. Вон оно, какое ветрище. По тополям видно, что как метет здорово. Это все здесь, в городе, где есть всякие дома, строения, как заметает. А что уж говорить про деревню. Как вот у нас по Потеряевке, там одни околки, леса-то нету. Там вообще здорово все переметает. Вот так вот, чудные дела Господа. Аллилуйя.